Всем привет! И сегодня мы наденем на вас шлюха броню 2.0. Мы все знаем, абсолютно примитивно. Сейчас кто со мной спорить будет, я достаю топор. Нарратив. Огромному количеству женщин нравится быдло. Абьюзеры, манипуляторы, нарциссы и прочие неадекватные личности. Нездоровых женщин нравится... То бишь всем. Нездоровых мужчин. Нет, то бишь всем. Не всем. Это статистическая погрешность. Понимаешь, вот не всем. Женщинам нравятся придурки. A few moments later. Он говорил, что он миллионер, а оказался таксистом. Более того, все таксисты в городе теперь знают меня, потому что это чудо в перьях застолбило меня. Меня застолбил таксист в Абхазии. Буквально. Говорят, что он миллионер. Меня наебали и выебали, девочки. Пиздец. Я сказала да. Поехали в номер, пожалуйста. И спустя примерно час нахождения в одном номере, я вот так вот закутываюсь в полотюшку, надеваю свои подкатули, хочу почапать из номера нахрен и забыть все, что здесь происходит. А он спрашивает, что случилось. А я ей говорю. Я ваша шлюха. Мальчик, это самый посредственный в моей жизни, правда. Ты совершенно меня не удовлетворил. Ты совершенно не умеешь это делать. Тут еще и отсутствует... Ты что там нахуй, блядь? Это было ужасно, я не хочу здесь оставаться, я хочу поехать к себе в номер. Но на утро случается больше кринж. На утро мои подруги встречаются с его другом и узнают от его друга, что он таксист. Какая боль! Что было дальше? Дальше он мне названивает, обрывает трубки, потому что в этот вечер я уже тусила с другим чуваком, потому что, ну, как бы хотелось как-то исправить впечатление об Абхазии. Я шлюха, дайте мне чарон. Я ваша шлюха. Просто спасибо мальчику большое. То есть ты думаешь, что если он услышит, что я назвала его мальчиком, у меня ноль сомнений, что у него нету самоуважения по этому вопросу. Я говорю с позиции... То есть я его не уважаю, потому что я назвала его мальчиком. Мальчик. В любом обществе всю историю человечества у 100% людей любого пола и возраста ответ был бы «да». Почему? Я шлюха. Ситуация, в которой взрослого мужчину можно назвать мальчиком, и ему это не так будет обидно. Я любого мальчика могу так назвать. И тебя я могу мальчиком назвать. Тебя достаю топор. И его я могу назвать мальчиком. И его. И это не говорит о том, что я не уважаю. Это буквально об этом и говорит. Потому что мужчина стремится к зрелости, к боеспособности и к проявленности. Женщина стремится к тому, чтобы молодеть. Вот как понять, что человека надо в психушку забирать или нет? Садится психиатр, доктор, смотрит и такой, а его забираем в дурку. В какой-то момент она за придурков идет в психотерапию и понимает, что вообще-то мне нравится, когда меня любят, заботятся, принимают такой, какая есть. Я тоже люблю художественную литературу.